Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Як завжди, о цій порі в нашій студії гості. І сьогодні з нами гостя з Черкас Олена Салова. Олена, доброго дня. Здравствуйте. Дуже приємно бути здесь. Ви в Києві з, ну, можна сказати, з двох причин, так? Це Світле Радіо і творчий вечір письменників. Да, я приехала сегодня ради двух мероприятий, побывать на вашем радио, которое многие люди слушают и знают хорошо. А вторая причина – это побывать на замечательном творческом вечере писательском, куда съезжаются писатели Украины и из других стран, там, где всегда очень интересно, и такие хорошие знакомства можно завести, и многому научиться. А що ви будете робити там, на цьому вечорі? Я буду там виконувати свої пісні, зачитувати стихотворення, слухати інших, активно участвувати і отримати щось для себе від інших людей. Давайте повернемося до радіо, а потім поговоримо ще про творчий момент. А звідки ви взагалі знаєте Світле Радіо? Світле Радіо я знаю по Фейсбуку. Меня нашел там ваш директор на этой страничке и пригласил к себе в гости. Я раньше слышала, но сейчас более смогла так тесно познакомиться и даже поучаствовать здесь в записи передачи, что очень приятно. А теперь до творчества. Вы сказали, что співатимете свои песни. Как вышло, ну, такой, ну, не те, щоб тандем, а от ви знайшли місце, оці зібрання творчі вечори письменників, де і ви також можете чимось благословити своїми дарами і збагатитися. Як ви взагалі познайомилися з ним? Ви знаєте, я пишу вже музику і пісні на протяжении многих лет. Лет 15, наверное. С самого детства я что-то сочиняю, где-то выступаю. И я считаю, что если хочется тебе что-то делать, это не случайно. Значит, внутри тебя Бог вложил специальные таланты. Тебе нужно их реализовывать, открываться как личность. И уже написано порядка 150 песен моих. Но только в этом году получилось записать первый диск. Это была большая мечта. И, наконец-то, она осуществилась. 15 песен акустических, таких светлых, проникновенных, со смыслом. Поэтому сейчас для меня не составляет труда выступить на каком-то творческом вечере. Всегда есть материал на разную тематику. Есть о любви, есть о Боге песни. Просто о природе, о красоте. И каждая песня, она обязательно несет какое-то послание, какую-то глубину, смысл. Нету такого просто что-то написать, что-то красивое, похожее на другие песни. А вам не страшно было, как вы начинали публичные выступы? Бывает так, что людині просто віднімає дар речи, как то кажут, перед аудиторией. Прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вначале было очень страшно. Помню, когда меня первый раз поставили на сцене в церкви играть на гитаре. И мне казалось, что все смотрят на меня, что каждый взор устремлен в мою сторону, меня изучают с головы до ног, обсматривают. Конечно, это было не так. И когда меня пригласили впервые на телевидение, голос дрожал. Ты не можешь сказать элементарно вещей, ты волнуешься очень сильно. Но я довольно быстро адаптируюсь, привыкаю к каким-то моментам таким. И уже второй раз, когда я была на телевидении, уже страха практически не было. То есть я освоилась, посмотрела, как оно, и уже смогла спокойно что-то рассказать о себе, поучаствовать в программе. И также в любой сфере. Сейчас мне не страшно. Я, наоборот, люблю, когда меня приглашают, люблю выступать, люблю делиться своим творчеством. Мне нравится то, что людям это приносит радость. И мне тоже от этого приятно и хорошо, когда моя песня понравилась. Олена, вы сказали, что ваш дебют відбувся в церкви. Именно на гитаре, когда играла, то да. Выступления были еще с детского садика. То есть, как я уже сказала, на протяжении всей жизни я где-то выступаю, где-то участвую. Вот. А гитара? Как гитара з'явилася в вашем житті? Гитара з'явилася з бажання, з желания.
в принципе, все вещи в моей жизни, у них не было какого-то яркого начала, что голос с неба проговорил: «Алена, занимайся музыкой», или там «пора тебе написать первую книгу». Все начиналось с желания, с какого-то внутреннего порыва. Ты чувствуешь, что тебе хочется сейчас вот этим заняться. И я пошла, выучилась на гитаре, занималась этим всем, муштровала аккорды, да, натирала пальцы до мозолей. И в итоге уже, я уже не знаю, со школы уже много лет я играю. Этот инструмент мне очень помогает. Я могу сочинять песни, пользуясь гитарой, подыгрывая себе. Это очень хорошо. Ну, девчина с гитарой, это взагалі так романтично, насправді. В моей книге «История дождя» даже есть такая статья «Девушка с гитарой», чтобы в точку попали. Час музичної інтермедії, і від Олени Салової сьогодні сюрприз. Це пісня, яку вона привезла і виконала вживу на Світлому радіо просто зараз. Закритая душа, отверженный цветок, затмение в глазах и сердце на замок. Исчезли краски дней, реальность нежива, но в сумраке темней звучат слова. Живи, просто живи, будь собою. Скоро кончится гроза, скоро кончится гроза. Иди, просто иди за звездою. Пусть горят твои глаза, пусть горят твои глаза. Живи. Замерзшая мечта, поникший серый взгляд, душа кусочек льда, пустыня, райский сад, глухая тишина, смятение и боль, но кружатся слова. Господь с тобой. Живи, просто живи, будь собою. Скоро кончится гроза, скоро кончится гроза. Иди, просто иди за звездою. Пусть горят твои глаза, пусть горят твои глаза. Живи. Світлі гості на Світлому радіо. Кажуть, краще один раз почути, ніж 100 раз почути про. Отже, ви чули маленьку краплинку, маленьку частинку творчості Олени Салової, яка в гостях на Світлому радіо. Ви сказали, близько 150 пісень взагалі. Як приходять пісні? Я розумію, що це трохи таке дивне питання, і більшість людей, які пишуть, вони просто скажуть, ну як приходять? Приходять та й приходять. Але, можливо, є якісь особливі спогади. Ви знаєте, я можу сказати собі, що я інтроверт. Тобто чоловік, який черпає енергію внутрі себе. И я очень люблю тишину, о чем-то думать, мечтать. И тогда приходит какая-то мелодия, либо какой-то текст стихотворный, или, может быть, я напишу какую-то статью интересную. Это может быть дома, за столиком, это может быть на улице, на природе. А главное, чтобы никто не отвлекал, и я могла погрузиться в свой внутренний мир, посмотреть вокруг себя, помечтать. И тогда очень часто приходят новые идеи. Згадуються слова з Євангелія: «Зайди в свою таємну комірчину,
У вас є комірчина, чи ви любите просто десь гуляти на природі? Де ви і як ви знаходите оце усамітнення, яке вам так необхідне? Конечно, у меня есть своя комната. И, кстати, вспоминая детство свое, я очень мечтала о личной комнате. Мне просто необходимо было такое в свое пространство. Знаете, когда много людей вокруг, шум такой, гости в доме, это как-то растаскивает душу, как-то мешает сосредоточиться на деле своем. Я всегда любила создавать такой свой мирок. Там, где я все знаю, мои книги, мои тетрадки, блокнотики. Кстати, в детстве меня все называли домоседка. Ты только за столом сидишь, ты с друзьями не гуляешь, ты домоседка. Мне это было очень обидно. А сейчас я понимаю, в этом ничего плохого нету, просто все мы разные. И кто-то любит шумные компании, а кто-то любит создавать какие-то творческие произведения в тишине. Так вот, о своей комнате. Конечно, часто я пишу в кабинете личном, но когда это лето, красота, трава, цветы, то просто грех не пойти на улицу, не насладиться, не вдыхать этот свежий воздух. Олена, говорячи про сім'ю, а зараз ви людина сімейна, як тепер? Колись батьки, вплив от мали на вас, тепер ви виховуєте маленьку дитину. З одного боку, це, напевне, для вас таке джерело натхнення якесь нове. Да, когда я стала мамой, это абсолютно открылся новый сегмент жизни, новые эмоции, новые переживания. Ребенок помогает посмотреть на мир по-другому абсолютно. Если раньше ты как сам за себя, ты такой бесстрашный, перед тобою открывается весь мир, то сейчас ты понимаешь, что жизнь находится под твоей ответственностью, потому что Бог тебе доверил этого ребенка. И одно дело за себя распоряжаться, а другое заботиться о ком-то еще. И поменялось отношение к другим людям. Ты смотришь, кому-то сделали больно, да, как-то обидели человека. Ты понимаешь, это чей-то ребенок. Действительно, материнство очень многому учит, делает сердце более мягким. Я сейчас легко могу расплакаться, там какую-то либо историю слышу, либо что-то на меня оказывает влияние. У меня сразу могут слезы потечь из глаз. Хотя раньше такого не было. И это хорошо, конечно. Это нам больше помогает понимать Бога Отца, который нас так воспринимает, как своих детей. Вот. И мой ребенок, он, конечно, источник вдохновения, источник радости. Я его очень люблю, у меня замечательная семья. Я, когда вышла замуж, мне жизнь стала еще лучше, чем раньше. А творчість, якісь колискові, якісь вірші з'являються, дитячі або про дітей? Да, стих у меня не так давно родился, который называется «Маленький принц», про моего сыночка, такой детский, милый. И статья замечательна в книге «История дождя». Отже, вы зібрали свои статьи в книжку, так, и выдали ее книжкою. И зараз, насколько я знаю, у вас теж є якісь задуми, якісь плани? Да, «История дождя» – это моя 9-я уже изданная книга. Перед этим были детские сказки и несколько книг такого философского направления, размышления о жизни. И был посвящен этой книге «Творческий вечер» в супермаркете «Буквица». Это было очень хорошее время такое. Было много гостей, пришли писатели из моего города. Мне это было очень приятно. Там, где я могла просто рассказать об этой книге более детально, презентовать ее, зачитывать статьи. И людям понравилось очень. Світлі гості на Світлому радіо. Повертаючись до нашого спілкування, Олена, скажіть, будь ласка, про церкву в вашому житті. Що для вас церква? Чи було для вас проблемою знайти спільноту людей-однодумців? Адже це все-таки певне посвячення, певна присвята себе, свого часу, своїх емоцій, власне, частина життя. Вы знаете, церковь для меня значит очень много. И даже если она небольшая по размеру, по количеству людей, это большая поддержка, особенно в тяжелые периоды жизни. Ты можешь прийти туда и получить вдохновение, ободрение. Особенно сейчас, когда
непростое время, и иногда ты смотришь новости, и просто приходит какой-то страх, бывает. И слава Богу, что есть церковь, где ты можешь поговорить с людьми, это тебе помогает проходить эти события с правильным настроем, ты от кого-то услышишь доброе слово, и ты думаешь, не все так плохо, все будет хорошо. А если бы ты сидел сам дома, в этом всем варился, было бы гораздо тяжелее. Я очень счастлива, что я имею возможность слушать проповедь, иметь правильную точку зрения на вещи, которые происходят в жизни. И это формирует мой характер, меня как личность. Які книжки, як ви вважаєте, на вас, крім Біблії, справили враження в дитинстві, в юності? Або які жанри вам найбільше подобались? Читали ви прозу або вірші більше? Помню, для мене дуже ярким були о Шерлоке Холмсі, произведення Артура Конана Дойля. Я просто читала взахлеб. Я була дуже щаслива, коли узнала, що на одному томі все не закінчується, там ще є второй, третій том і так далі. І що там не тільки приключення Шерлоке Холмсі, а ще є там і записки, і архів. Не знаю, чому. Возможно, потому что сейчас я и сама пишу приключения, такие запутанные сюжеты интересные, и поэтому мне и самой это нравилось читать. И сейчас я даже пробую писать детективчик сама. Это такой эксперимент, и, по-моему, неплохо получается. Это в процессе. Потом я буду спрашивать оценку людей своего окружения, буду советоваться по этому поводу. То есть вот книги о Шерлоке Холмсе. Нравится увлекательный сюжет, не банальный, с интересной развязка, какие-то новеллы. Нравятся вдохновенные статьи. Вот есть замечательная писательница Надейка Гербиш. Это по истории Дукавы. Это бестселлер в многих магазинах. Это один из считаемых авторов Украины. Мне также очень нравятся ее такие, как истории. Вот. И у меня самой маленькие истории, которые дают тебе порцию вдохновения, ободрения. Ты читаешь, и что-то внутри просыпается светлое, яркое. Потому то, что сама пишу, такое люблю читати. Чесно кажучи, Шерлок Холмс для мене несподіванка, але не зовсім. Розмірковував нещодавно над цим і подумав, що завжди у людини була мрія про якусь справжню людину. Ну, там в давні часи це були герої казок або легенд, переказів, епосів різних. А потім це якось, ну не те, що вщухло. І от Шерлок Холмс, він доводить, що ніколи ця мрія про справжню сильну людину, можна сказати, от людину, якою вона має бути, краще всіх інших, але разом з тим добра, і вона має вирішувати складні проблеми і допомагати людству виводити справедливість на світло, карати зло і так далі. Це оця от одвічна мрія людини. Да, ви знаєте, може бути, сам персонаж Шерлок Холмс, він не ідеальний, звісно, у нього було багато недостатків, але що мені подобається в произведеннях, це інтересна личність, ярка, неординарна личність, коли у нього необычний інтелект, да, у нього така ярка життя, творчеська, он расследует эти все случаи и открывает тайны. Может быть, вот это больше всего привлекло. Вот, то есть разные жанры. Очень также я любила читать «Хроники Нарнии» Льюиса. И была счастлива, когда вышли фильмы, экранизированная эта книга была. С удовольствием посмотрела. Ваши найближчі люди, яких, можливо, життя нам дарує, але разом з тим і ми вибираємо. Якщо можна говорити, за якими критеріями ви обираєте або намагаєтесь, якщо це можливо, обирати собі друзів, що ви найбільше цінуєте в людині? Взагалі, мій найбільший друг і близький – це мій муж. Ему равных нет в этом, потому что с ним я делюсь самыми глубокими переживаниями, достаю из своей души самое сокровенное, только ему я могу это рассказать. Есть, конечно, люди, которых я люблю, с которыми общаюсь, но это уже более такой дальний уровень, чтобы просто поделиться чем-то, но не таким глубоким. И друзей, я, наверное, избирательна к друзьям. Для меня важно, чтобы это были люди, которые, я думаю, о будущем, которые глубокие личности, которые к чему-то стремятся, имеют цели. Не просто главное хорошо провести время, посмеяться, чтобы это были люди такие неповерхностные. Наверное, это один из ключевых факторов, чтобы они задумывались, были мыслителями. Я люблю какой-то вопрос обсуждать,
именно глубоко, рассмотреть со всех сторон. У меня три высших образования и есть магистерская степень по теологии. И люблю именно копаться, какой-то предмет взять, изучать его часами. И такие люди мне нравятся. Профессионалы в какой-то одной области, с которыми интересно общаться на разные темы. Дякую. Ну що ж, наш час вичерпується помаленьку. Дуже цікаво було спілкуватися, Олена. Ми послухаємо наостанок ще одну вашу пісню, але перед нею, можливо, просто кілька слів скажете від себе, без запитань, те, що у вас на серці. Всім-всім, хто був з нами, хто слухав вас. Слушателям Светлого Радио желаю быть светлыми людьми, жизнерадостными. Цените жизнь, которая есть у вас. Мы живем только один раз. И любите своих родных людей. Знаете, время коротко. Не упускайте дней. То, что вы давно хотели сделать, сделайте. Начните, не откладывайте. И спешите любить. Спешите дарить любовь своим близким, чтобы потом не жалеть об утраченном времени. С нами была Олена Салова с Черкас. На все добре. На все добре.